Привет, друзья! Тут зажигалочка. Давайте возьмем велосипеды, прокатимся по заливу Мишен-Бэй и посмотрим, действительно ли американцы самые толстые люди в мире. I'm gonna put air in my tires. It'll be a little while. I gotta put air in both tires a lot. Okay. So I'll see you down there. Это абсолютно прекрасная погода, немного прохладно для Сан-Диего, но давайте сделаем это, хотя бы час нашего времени. Итак, у меня есть велосипед. Давненько я им не пользовалась, примерно полгода. Хорошо, увидимся. Здоровые люди 2030, Healthy People 2030. Это программа правительства США, рассчитанная на 10 лет и направленная на улучшение здоровья всех американцев. Инструмент состоит из научно обоснованных национальных целей на 10 лет. Одной из целей является питание, физическая активность и борьба с ожирением. 50% взрослых в США не получают достаточной физической активности. Физическая активность – это лучшее, что люди могут сделать для улучшения своего здоровья. Неадекватная физическая активность обходится стране в 117 миллиардов долларов в год и способствует ряду хронических заболеваний и преждевременной смерти. К сожалению, многие американцы живут в сообществах, где нет безопасных и удобных мест для физической активности, но не жители Сан-Диего. Повсюду в Сан-Диего, в том числе и здесь, в заливе Мишен-Бэй, у нас есть необходимые возможности для различных видов физической активности. Согласно американскому фитнес-индексу, Сан-Диего выделяется в следующих областях. Более высокий процент любой физической активности или упражнений. Более высокий процент соответствия рекомендациям CDC по аэробной активности. Более высокий процент езды на велосипеде или пешком на работу. Сан-Диего считается самым здоровым городом Америки наряду с Сан-Франциско, Сиэтлом, Портлендом, Солт-Лейк-Сити, Гонолулу, Остином и Денвером. Вот, Лидия, как поживаешь? Хорошо. Как поживаешь? Хорошо. Все хорошо. Ты носишь свою латвийскую майку? Да. Хочешь показать всем? Да, конечно. Если вы сейчас сидите за компьютером и смотрите мое видео, подумайте о том, чтобы встать, взять велосипед и проехать несколько миль, чтобы обеспечить себе счастливую и здоровую жизнь. Присоединяйтесь к сообществу счастливых и здоровых людей. Поставьте лайк моему видео и подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Ваша зажигалочка.